No, виолончели! Еще раз! Еще раз! Нет! Нет! Еще раз цифры Б! Вы самый плохой оркестр в мире! Самый плохой! Я не буду дирижировать! Еще раз! Пойте! Пойте, мистер Джонс! Музыка ничего не стоит, когда она не поется. Я отдаю свою кровь, и я хочу, чтобы вы отдавали ее тоже. Музыка — это храм. Я дирижирую не вами, я дирижирую инструментами. Смотрите за моей палочкой. Смотрите, она показывает вам кровь и пульс. Тосканини был не просто величайшим дирижером, он был единственным. В искусстве воздействия на оркестр, в искусстве донесения до него, что он хочет, что он слышит, и что он в результате планирует, чтобы услышали мы, слушатели, ему не было равных. Тосканини никогда не учился дирижированию. Он родился величайшим дирижером. Я так думаю, что не будет никогда человека, который бы столь электрически воздействовал на оркестр. Говорили, что на острие его палочки сосредоточено 5 миллионов вольт. Артуро Тосканини родился в Парме почти в середине 19 века, в 67 году, когда еще газовые фонари освещали улицы, и об автомобилях, о самолетах, об интернетах никто еще не знал и не ведал. Это был человек совершенно другой формации, он был из другого мира, он был с другой планеты. К искусству относились как к религии. Тосканини был итальянцем, и Тосканини был католиком. И все это вместе взятое, плюс огромный жар к музыке и неслыханные способности, которые давали ему возможность постоянно это воспринимать. Он постоянно переваривал музыку, он поглощал партитуры, и он запоминал это все навсегда. Он учился в так называемой королевской школе в закрытом пансионе, где занимались с 5 утра и до 7 вечера. Тосканини имел только одну страсть. Он не играл в футбол, он не занимался с друзьями чем-то, какими-то мальчишескими делами, которыми занимаются все, убегать с уроков, развлечения, то все. У Тосканини была только одна страсть. Он обожал дирижировать. Однажды ночью, когда всем мальчикам запрещено было строго-настрого выходить из спальни, он собрал нескольких друзей, оркестровых музыкантов, и повел их в подвал, где не было и не могло быть ока дирекции, посадил всех за пюпитры и открыл расписанные им самим от руки оркестровые партии. Вот тут две скрипки. Вот тут виолончели, вот фагот, вот тут контрабас. И его друзья, которые безумно устали за весь день от учебы, от
дисциплины, от бесконечных нагрузок, от всего, они играли как заколдованные. Им было 11-12 лет. Из его глаз, рук и особенности, из его палочки, острия палочки, шла какая-то магия. Он околдовывал. Мы увидим сегодня глаза Тосканини. Вообще, когда Тосканини стала снимать телевидение, то впервые публика увидела то, что видел до сих пор один оркестр. Когда он выходил, он не говорил ни одного слова. Он поднимался на пульт и начинал свою репетицию со слова, допустим, «Брамс!» и вспыхивал огонь. Оркестранты сидели на кончиках стульев в том плане, что они были в таком состоянии, вот, как если жена рожает, и сейчас будет кесарево сечение. Что-нибудь такое, что бывает только один раз в жизни. Вот такая была обстановка постоянно на его репетициях. Тосканини считал, что музыка — это служение Богу, и в этом служении он не видел никаких компромиссов. Ни один музыкант, не только дирижер, но и музыкант вообще, никогда не обладал подобного рода способностями, в особенности сконцентрированными вместе. Я думаю, что даже Моцарт, который вообще легендарен, который величайший композитор, а не только исполнитель-виртуоз, даже он не обладал такой концентрацией, такой бешеной совершенно способностью передавать свой талант другим людям. Дебют Тосканини. Как и все в этом человеке, это был единственный дебют, который не мог бы быть ни у кого другого. 18 лет, окончив школу как виолончелист, всего лишь как виолончелист, еще немножечко он был пианистом и немножко композитором. Он поехал с передвижной труппой в качестве второго виолончелиста в Рио-де-Жанейро. Тогда очень было принято ездить в Новый Свет на гастроли за каким-нибудь прокормом. И вот, ввиду того, что менеджер, публика, импресарио все не просто перессорились, а перегрызлись буквально, то концерт и серия спектаклей в Рио-де-Жанейро стали невозможны. И это грозило практически голодом всей труппе, и в том числе юному герою. В тот момент, когда дирижера буквально вынесла толпа из зала и сорвалась премьера в Рио-де-Жанейро, юный Тосканини встал за пульт. Он ни минуты еще никогда не дирижировал. Никогда. Первое, что он сделал, самое первое, это он захлопнул партитуру, которая была перед ним. Партитуры не было. Все оцепенели. Тосканини взял в руки палочку и дал вступление. Давали Аиду. Когда
прошло первых несколько шоковых минут, оркестр, впервые как-то странно сосредоточившись, каким-то непонятным образом подчиняясь вот этой магии, этой неслыханной уверенности, которая шла от мальчика, без нот, дававшего вступление группам оркестров, солистам, хору. И они постепенно стали играть в его темпе, в его ритме, с его выразительностью. После первого акта зал ревел! Публика буквально сметала все своими овациями. Такого не было никогда. Спектакль прошел блестяще. Он провел все гастроли, и одновременно он по ночам занимался с певцами. Он готовил хористов. Он рассаживал оркестр по группам, и буквально нон-стоп 24 часа в сутки, собственно, что я говорю, для Тосканини не было 24 часов в сутки. Он работал 48 часов в сутки. Критика всегда его сравнивала с двумя людьми только. С Юлием Цезарем и с корсиканцем. Я имею в виду Бонапарта. Дело в том, что Тосканини спал 3 часа. Он окружал себя подушками и ставил на эти подушки партитуры. Это было его время. В этот момент он общался с партитурой. Он изучал вновь и вновь все партии. Он их слышал в своей голове. Они отпечатывались у него, как сегодняшняя информация отпечатывается в ваших компьютерах. И когда он приходил на репетицию, не на концерт, не на спектакль, а на репетицию, нот не было. Ноты были у всех оркестрантов перед хористами. Хор всегда держит папки. Солисты все пели наизусть, так требовал Тосканини. Но только не перед ним. Абсолютно все нерушимо хранилось в его голове. Был эпизод, что какая-то певица, уже когда Тосканини было за 60 далеко, позвонила ему и спросила в опере «Сорока воровка» Россини. Эту оперу никогда не исполняли целиком вообще. Она ей нужна была для каких-то учебных целей. Так вот, в этой опере есть какой-то эпизод, про который она хотела узнать у маэстро. Такая версия или сякая версия? А позвонила ему, думала, что он пойдет в свою библиотеку. Черт с два. Он, когда я ответил, он тут же сказал не только ответ на ее вопрос, он сказал ей, что до этого была такая-то редакция, что переписчики были не итальянские. Он по почерку мог отличить немецких переписчиков от итальянских. Тут было такое впечатление, что этот человек знает наизусть вообще все. Он знал божественную комедию Данте наизусть. Он знал наизусть море литературы не в стихотворной форме. И когда он впоследствии дирижировал в Германии немецкими оркестрами, дирижировал Вагнером, мы сегодня послушаем Вагнера, то он учил в операх немецкому произношению немецких артистов, хоть сам был итальянцем. В 1790 году на открытии театра Ля Феничи репетировали Отелло.
какой-то момент нужно было в определенном пассаже взять фа диез. Тосканини слышит фальшивую ноту, говорит фа диез. И концертмейстер, не имея вообще силы, не имея смелости сказать Тосканини, что это не та нота, показывает ему в нотах. Тосканини уходит в гримерную. И оказывается, что он был прав. Там действительно фа диез. Выяснилось, что партии, которыми пользуются оркестранты, были гораздо позже изданы. И там вкралась опечатка. Еще раз память Тосканини одержала блистательную победу. На 80-летие маэстро оркестранты решили подшутить над своим обожаемым стариком. Они заперли его в одной из многочисленных комнат его особняка на Ривердейл, Манхэттен, Нью-Йорк, и попросили написать от руки несколько тактов из Вильгельма Телля. Не увертюру к Россиниевской опере знаменитую, а саму оперу, которую Тосканини не видел, ну, наверное, 60 лет к тому времени, и никогда не исполнял. Так вот, Тосканини за несколько минут не просто написал помимо нот все абсолютно значки, все обозначения композитора, редактора, все, что было там на странице. Но после этого он поставил еще чернильные кляксы, так же, как на той партитуре, которую он видел в студенческие годы, когда ему было, вероятно, 15 лет. Говорили, что Тосканини может услышать в гуще оркестра, хора и солистов, как какой-нибудь хорист на минутку, беря дыхание, чтобы перевести его на какой-нибудь очень сложной партии, он пропустил одну-две ноты. Это слух, который даже не легендарный, это неправдоподобный слух. И точно такая же была у Тосканини дисциплина. Он приходил на репетицию за 15 минут до начала. Он требовал, чтобы абсолютно весь оркестр, все, кто участвует сегодня в репетиции, давно уже сидели и повторяли свои партии. Своим невероятным слухом он мог объять сразу весь всю эту фантасмагорию звуков и указать. Ты играешь не так? Здесь не то? И оркестр был просто словно под воздействием некоего гипноза. Вот так они и играли, абсолютно загипнотизированный. Играет полный оркестр. 100 человек. Плюс хор. Плюс солисты. Тосканини репетирует тревиату. И на четвертом пульте какой-то скрипач неправильно держит смычок. И тембр отличается совсем чуточку-чуточку. То есть практически это услышать может, пожалуй, только Тосканини. Тосканини останавливает оркестр и говорит «Ноу, ноу!» Говорит «Встаньте!» И заставляет сыграть этого скрипача. У него какая-то другая техника, тембр отличается. Он выгоняет его. Thank you.
способности Тосканини, они действовали на оркестр заклинивающе. То есть музыкант профессиональный, обычный, он себе представить не может, чтобы его просвечивали как рентгеновским лучом. Оркестранты боялись безумно Тосканини, и одновременно они его любили, они его обожали, потому что то, что они слышали от себя, настолько отличалось от того, что они делали дома, от того, что они делали, когда они учились, от того, что они делали, когда они в другом месте, занимаясь своей карьерой, выступали с другими дирижерами, и они были солистами, или то-то-то-то-то-то. Когда был за пультом Тосканини, то было впечатление, что человека нет. Есть инструмент, и к нему применена воля величайшего дирижера. Тосканини был магнитом, который не просто притягивал, а он еще излучал нечто, чему нет названия. Обратите внимание на то, что в оркестре нет ни одной женщины. Тосканини спрашивали, почему это происходит. За всю карьеру, 71 год длилась его карьера, никогда ни одной женщины не было в оркестре Тосканини. Он говорил, что если женщины красивые, они мешают моим оркестрантам. А если они безобразные, они еще больше мешают мне. Тосканини говорил, что хороший дирижер держит партитуру в голове, а плохой голову в партитуре. Он издевался над техникой дирижирования. Величайший дирижер века никогда не учился дирижировать. И ему смешные были, он ерничал всячески по поводу того, он говорил, как это можно обучать человека махать руками. Он говорил, любой осел может дирижировать. Главное, что тут. Когда в Италию пришел фашистский режим, то к этому моменту слава Артура Тосканини в родной Италии, не говоря уже о Европе остальной и Америке, достигла легендарного уровня. Обычно так относятся к людям, которые уже умерли. И диктатор Муссолини не имел возможности приехать в Милан для того, чтобы провести там съезд своей партии. Тосканини должен был исполнять в Ла Скала гимн Джовинетца. Это гимн Муссолини и гимн Италии того времени. Он говорил, никогда я не буду исполнять эту дрянь. Пусть они пригласят кого-нибудь, кто продирижирует им Аиду. И Муссолини говорил, я никогда не въеду в этот проклятый город, пока там заседает этот бунтовщик Тосканини. Вот такие были взаимоотношения у дирижера с диктатором. Нигде в другом месте, кроме как в Италии, конечно, было бы невозможно ничего подобного, так как итальянский воздух, итальянское небо и итальянская публика больше всего на свете обожают музыку. И кто знает, может быть, именно поэтому Артур Тосканини был итальянцем, а не кем-нибудь другим.
Тосканини был рожден абсолютным монархом. Он излучал власть, как монарх в 10-м поколении. Впоследствии он станет крупнейшей не только музыкальной, но и социальной личностью. Уинстон Черчилль будет просить его дирижировать в Лондоне, когда гитлеровская авиация должна будет бомбить Англию. И министр промышленности Шпеер поедет на эти концерты немецкие, и, следовательно, бомбежка будет отменена. Тосканини просто гениально исполнял любую музыку. Тосканини перевоплощался в того человека, национальности которой, так сказать, была музыка. Он говорил, что если я исполняю Чайковского, я русский. Если Вагнера или Бетховена, я немец. А уж когда Верди... Святой Мекки Вагнера, как ее почитали, в Байройте, где внук Вагнера правил бал и куда допускались только немецкие дирижеры, Тосканини провозгласили первым среди немцев. Не забудьте, что речь идет о предгитлеровских временах, почти гитлеровских временах. То есть националистический дух был на самом пике, и в этот момент Тосканини в Байройте аплодируют крупнейшие немецкие дирижеры. Рихард Штраус, Зубер, Мастодонт, Вильгельм Фуртвенглер и некоторые другие, так сказать, представители нации вынуждены были признать, что Тосканини исполняет Вагнера гораздо лучше, чем они все. И действительно, когда он дирижировал пятичасовой оперой Вагнера, то не только оркестранты, а публика сидела на кончиках стульев от какого-то нервного перевозбуждения. Каждый звук был наполнен каким-то колоссальным смыслом. Изучая партитуры, Тосканини слышал внутренним слухом каждую отдельную партию. После этого 2-3 партии, группы оркестра. После этого все целиком. И ему казалось, что музыка плывет в его мозгу, и он слышал идеальную звуковую картину, как если бы в этот момент играл весь оркестр. Когда Артур Тосканини выходил на репетиции к своему оркестру, он был настолько готов, он излучал желание услышать живьем то, что живет у него внутри, и он готов был отдать всего себя и пожертвовать любым оркестрантом для того, чтобы добиться своего обычного, совершенно невероятного, гениального звучания. Как-то раз во время огромной кульминации шла запись, ему нужно было получить от своего оркестра в записи то, что он слышал живьем. Он сказал: «Я хочу слышать фортиссимо!»
а не размазанный кисель. Ему сказали: маэстро, но аппаратура не может такого дать. Он говорит: сломайте аппаратуру. И одним ударом руки он опрокинул безумно дорогие процессоры. Он не признавал физических преград. Для него душевный мир, духовный, был бесконечно важнее физического. И он в своем искусстве преодолевал реальность. Он заставлял других людей, 100 человек в оркестре, быть горовицами, хейфицами и рахманиновыми. Тосканини мог остановить оркестр на полном скаку и сказать: вы, четвертая виолончель, встаньте, играйте соло, играйте соло, молчите все. Вообще, у меня такое впечатление, виолончели, что вы играете не с любовью, что вы играете просто как женатые. Уйдите отсюда! Я вас не хочу! Вы не музыкант! Вы играете как осел! После этого Тосканини ломал палочку и покидал оркестр на полчаса. Зловещая тишина повисала над оркестром, и никто не мог себе позволить сказать ни одного слова. Даже служительница, которая обычно забирала пульты и складывала ноты по папкам, даже она была в состоянии подавленности и, может быть, имела бы возможность, как человек, не имеющий отношения к деланию музыки, к служению в храме, что-то сказать. Но, как правило, это длилось очень долго. Потом Тосканини возвращался и говорил: господа, я вас очень прошу, я не хочу от вас никакого сопротивления. Пожалуйста, господа, сыграйте нежнейше. Сыграйте пианиссимо. Будьте, пожалуйста, как вот этот платок. Посмотрите. Нежно, плавно, буквально трепеща на ветру. Сыграйте этот пассаж так, чтобы мне показалось, что я проснулся 17-летним на берегу чудного озера. И ветер слегка-слегка колышет траву. Это музыка, господа. Это любовь. В NBC репетировали «Аиду». И там есть эпизод, где нужна арфа. Так вот, арфист умудрился сфальшивить. Там всего несколько нот. И все-таки он взял фальшивую ноту. Тосканини сломал палочку и не одну, и буквально раздолбал этого оркестранта всеми словами, которые, допустим, в Одесском порту, где-нибудь в кабаке, где собираются моряки, выглядели бы весьма некультурно. Вот так он обычно разговаривал со своим оркестром. И после этого опять ошибка. На следующий день, во время спектакля, арфист входит и видит, что на его арфе только одна струна нужная. Год. Нормальному человеку в 71 год хочется отдохнуть. Тосканини начинает в 71 год, 17-летний период, самый славный период своей деятельности. Он длится до 54 года, пока Тосканини не будет почти 90 лет. The National Broadcasting Company presents the NBC Symphony Orchestra.
conducted by the legendary maestro Arturo Toscanini. In a special encore performance of the television concerts. Это период NBC. Вы представляете себе дирижера, для которого из других оркестров понадергано крупнейших музыкантов, они лишаются там всего, они переходят в NBC только для того, чтобы участвовать в конкурсе. Может быть, дирижер их выгонит, может быть, Тосканини скажет «пошел вон», как он обычно очень часто говорил. Так вот, Тосканини уединился на своем острове Лаго Маджоре, что всего лишь означает «большое озеро» в Италии, и не думает продолжать вообще карьеру. Он устал. Может быть, он устал на несколько дней, но тем не менее. Так вот, ему звонят из Америки директор корпорации NBC Давид Сарнов, который создал, собственно, первое телевидение, и благодаря ему мы сегодня видим Тосканини живого, вот этого метающего молнии, на этих вот дисках, только благодаря Давиду Сарнову. Так вот, этот самый славный период жизни, который был зафильмован с 48 по 52 год, а всего длился с 37 по 54, Тосканини въезжает в этот период, как Нерон когда-то въезжал на колеснице в Рим. Его умоляют приехать в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк, чтобы просто послушать величайших музыкантов, которые мечтают, чтобы он принял их, возможно. Там были солисты, люди, которые оставили свою карьеру. Там были ведущие концертмейстеры групп Кливлендского, Филадельфийского, каких угодно оркестров. Только для того, чтобы, может быть, Тосканини взял их к себе. Этот период не просто самый лучший, он и самый записанный, самый качественный. И я, как ваш диджей, ставлю вам записи именно этого периода. Артуро Тосканини был не просто повелитель сердец, он был настоящий заклинатель оркестра. И когда начался вот этот период, который длился 17 лет, то публика решила, что он уже полубог, что такого просто не может быть. Когда студия 8H, эта нью-йоркская студия корпорации NBC превратилась в телестудию, и там стали записываться впервые в жизни вообще на земле телепрограммы, а тем более телепрограммы имеется в виду классической музыки. Так вот, когда люди увидели лицо Тосканини, эти глаза, эти жесты, эту мимику, эту руку, которая говорила, казалось, «Я вас убью, если вы не будете играть гениально», то Америка была заворожена. И руководство NBC захотелось сделать тур, живой тур от восточного побережья штатов к западному, чтобы Тосканини увидели живьем. И вот в 50-51 году это произошло. И Тосканини в Сан-Франциско на канатной лестнице, ему далеко за 80, и он катается, когда очень многие оркестранты в два раза моложе его не решаются прокатиться там, потому что это на большой высоте, и там очень холодно. Когда-то, вот в этот же период репетиции, уже в апреле на открытой площадке, 51 год, он разозлился на оркестр и сказал: «Вы играете словно сборище стариков, я не желаю играть с вами!» Сломал палочку и вышвырнул ее. Он очень часто это делал. Ему дарили дорогие часы. И когда он выходил из себя, а он это делал очень часто, всякий раз, когда было не сумасшедше гениально, он разбивал эти часы
и оркестранты дарили ему десятки дешевых часов, которых постигала та же участь. Зять Тосканини, небезызвестный нам Владимир Горовец, первый раз, когда должен был в 1932 году, еще до женитьбы, естественно, и до знакомства с Вандой, играть перед маэстро, пятый концерт Бетховена, он полтора часа разгуливал перед домом, чтобы успокоить себя, потому что он думал, что Тосканини его просто выгонит. Он был абсолютно уверен, что ему скажут, что он играть не умеет, что он не пианист, и на этом его карьера закончится. Тосканини встретил его улыбкой после того, как он сыграл, сказал «Va bene». Это по-итальянски «хорошо». Это была самая большая похвала, которой когда-либо пользовался Артуро Тосканини. Лучших слов от него никто не слышал никогда. Всякий гений в глубине своей ребенок. И Тосканини как-то сказал, что взрослый в человеке должен служить ребенку. Один раз во время короткого отдыха на приеме Тосканини сидел в кругу друзей. Там были крупнейшие дирижеры и другие музыканты. И одновременно там были дети. И вот какой-то мальчик вдруг на глазах Тосканини стал играться с магнитами. Вот он их пытался разнимать, и была видна вот эта вот сила, была видна эта игра. И мальчик наслаждался этой игрой. Тосканини, ему был 81 год в этот момент, посмотрел как зачарованный на этого ребенка и сказал: «Я хочу эти магниты». Мама ребенка была в ужасе. А отказать Артуро Тосканини все равно, что... Это нереально. А мальчик не хотел их отдавать, и завязалась драка. Тосканини победил. Великие люди часто славятся своим уходом, и легендарные качества Тосканини уже давно вошли в плоть и кровь. Никто не ожидал, что в 1954 году, когда он встанет на подиум, репетировали опять-таки Вагнера, он вдруг потеряет темп. Оркестр не понимал, в чем дело. Они продолжали играть. Они видели, что любимому старику, они его так любовно называли, это по-итальянски красиво звучит «старик», в этом было какое-то отношение, очень большое тепло, что ему надо помочь. И они хотели ему помочь изо всех сил, но так как они привыкли к железной руке, то в конце концов все разладилось. Thank you.
опустил палочку, прижал руку к сердцу, посмотрел оркестрантам в глаза и сказал: «Господа, простите меня, извините меня, я ухожу». Это был великий уход. Тосканини не мог себе простить, что его богоподобные качества дали сбой. Ему было 87 лет, и он прекрасно понимал, что даже ему когда-нибудь предстоит оставить свой пост бога музыки. Искусство Тосканини не просто будет жить всегда. Гораздо больше этого. Тосканини научил свой век отношению к музыке как к чему-то высшему, чему нужно служить, как служит своему Богу. Тосканини был моральным мерилом отношения к искусству, а не только к музыке. Огромное количество величайших людей – Эйнштейн, Фейхтвангер, Томас Манн — посвятили Тосканини не одну страницу. Тосканини не просто стал легендой, Тосканини стал олицетворением действительно всего прекрасного на этой земле. Ни один музыкант, кроме него, не достигал ничего подобного.